Вот такого же плана, да? Вот сама земляная, сама же. Они глиняные, обмазанные. Это Саратов. Дальше сейчас церковь. Это Заря. А, Заря, да? Да, это Заря. Болгарские? Болгарские. И что там есть? Ой, очень здорово. Если будет возможность, обязательно извините. Моя мама просто директор. Нет, это я как бы не целая. Уверена в том, что я... То есть целенаправленно? Это мой дом, я отсюда. О, поздравляем вас. Да, на родине. Она что, отсюда? Да. А ваша земля? Вы же тоже недалеко. Нет, я живу в Одессе, просто здесь. Видишь? На родине здесь. На родине, дома. Малая. А что ж такое хорошее село? Надо уехать. Не надо. Ни покорник не работали, если бы молчали. Да, интересно. Это мне напоминает, знаешь, немецкие колонии бывшие. У них кто такие длинные дома? Возможно, и смотри, крыши одинаковые везде, да? Да. Вот эти черепица у них. Кому вдруг интересно, проезжаем болгарское село. Это одно из крупнейших на территории Бессарабии. И, в общем-то, такое достаточно большое для Украины. Это болгарское село. Брейнзу продают. Переселенцы. Мы с вами будем проезжать эти территории уже на территорию, когда будем в Болгарии. Здесь 6 тысяч населения. Очень крупное село. Дома, если видите, есть нескольких типов. И, в общем-то, когда переселенцы сюда приехали, у них было по генеральному плану, потому что село тоже строили не просто так, было несколько видов домов. Можно было выбрать тот, который тебе нравится, который, в общем-то, по карману, скажем так. И, в общем-то, так и выбирали, и строили. Там, если видели, самое большое количество одинаковых домов, это 70-е годы. Потому что в это время очень сильно выросло население. Здесь рядом есть река, которая тоже поспособствовала этому. И, в общем-то, в 70-е большая часть домов и построилась. В селе есть музей болгарской народной культуры. Если когда-то будете проездом, обязательно загляните. Достойный музей и передайте привет моей маме. Передаем.